Будинок Лібмана – це той, що поруч із будинком Русова ризикує залишитися на зиму без даху. Робочі зняли стару покрівлю, але через брак коштів не встигли встановити нову. А потім взагалі заявили, що будинок у гіршому стані, ніж здавалося, і робити новий дах небезпечно. В міській раді ж дії підрядника називають недобросовісними та погрожують розірвати з ними контракт. А як вважають одесити, хто насправді винен у цій ситуації та чому ледь не кожна реставрація в Одесі супроводжується скандалами? Ну, это же все финансирование, все зависит от финансирования, вся реставрация, и скорость работы и все остальные факторы. Плюс собственники квартир, архитектура и все, много факторов. Это всегда так было и будет. Но я думаю, что еще нужно разбираться с коррупцией, как минимум, с этого начинать. Мое мнение, это потому что воровство идет из денег. Ну, вот, деньги, которые выделяются на реконструкцию, они просто разворовываются на местном уровне. Насправді вважаю, що все впирається в корупцію. На жаль, ми бачимо, що багато дуже будівель взагалі не реставруються, тому що їх власники чекають, поки вони рухнуть, і після цього там хочуть видобути якісь великі торгові центри чи ще щось. Але я, власне, за те, щоб реставрували всі пам'ятки архітектури, щоб наше місто виглядало красиво, щоб воно було туристично привабливим. Тобто, коли стоять скляні ці великоповерхівки, вони нікого не приваблюють, лише того їх власника, який продає там квадратуру. А коли це є красива будівля, яка є пам'яткою архітектури, це подобається всім, я вважаю. Первая, самая элементарная причина – это, скажем так, общая ситуация в стране, кризисная. Вот она накладывает свой отпечаток на все. У людей просто не хватает банально денег, скажем так. Или кто-то что-то не поделил между собой. Из-за этого идут задержки всякие, разборки. Мне кажется, это основная причина. Это такой сложный вопрос, можно сказать, коррупционный, потому что выделяются огромные деньги, потом неизвестно, куда они деваются. В общем, очень сложно мне на это ответить, честно говоря. Хотя очень бы хотелось, чтобы здания вот реставрировали, потому что новые такие никто не построит. Очень хотелось бы, потому что очень красивые есть здания, которые, ну, буду говорить на украинском, в занедбаном стані. И хотелось бы, чтобы были меценаты, которые бы все это сохранялось, ну, как в других странах, что по 400 лет сохраняются здания и очень в хорошем состоянии. Очень, очень важно это, мне кажется. Потому что то, что строится современное, оно, ну, не соответствует таким вот восприятию, ну, не видно в нем красоты, эстетики такое. Мне трудно сказать об этом, потому что я не в теме, как бы. Ну, очень жаль, что Одесса разрушается, старая Одесса. И, честно говоря, центр Одессы очень похож на Париж. Но в Париже все реставрируется, они берегут каждый уголочек, каждый дом. Если даже в стене будет какая-то щербинка там, они это реставрируют и вкладывают туда кирпичик, понимаете? А у нас очень жаль, что у нас так относятся, ну, вот, к достопримечательностям, к истории. Ну, наверное, это связано с ценой на квадратные метры. Вот, и поэтому как бы вот так. Но очень жаль. И у нас, наверное, я не знаю, я не в теме говорю, но, наверное, нет, не заложено в бюджете на реставрацию домов, на благоустройство дорог, улиц и так далее. Мало что продумывается для людей, для удобства. Ну, вот как-то так.